На улице Товарной завершается большая уборка. Раньше жители ближайших домов старались обходить это место стороной. На несанкционированную свалку везли строительные и бытовые отходы со всего района. В итоге за несколько лет здесь выросла огромная гора. Тут, с одной стороны, накапливалось веками. Если вот вы посмотрите на тот горизонт, я говорю, вот видно, вот по деревьям даже видно, вот отсюда сложно было и до забора, то есть высота была минимум 1,3 метра тут была. С постоянно растущей кучей мусора нужно что-то делать, решили активисты и обратились в общественный совет микрорайона. С помощью частных организаций свалку начали постепенно вывозить. Люди уже говорят спасибо, потому что не так страшно, не так уже неприятно, как это было, потому что запах здесь был тоже ужасный. Это была просто действительно очень долгие годы огромная большая городская свалка. После завершения уборки на очищенной территории планируют организовать парковку. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».